Делегацию из Союзной Республики в составе 39 человек первые лица города с волнением ожидали на границе Могилевской и Гомельской области возле деревни Турки. По прибытию почетных гостей привечали, как и полагается, хлебом и солью. Примите знак поваги, наш хлеб – соль. Спасибо. Щипайте, фронтовики. После приезда гости проследовали на Ледовую арену. Здесь для них подготовили музейную экспозицию, по ознакомлению с которой состоялись пресс-конференция и общение белорусской и российской сторон. Эти сутки мы находимся на гостеприимной белорусской земле, на которую мы вступили с большим волнением и трепетом. Потому что мы, ветераны вооруженных сил, участники боевых действий, прекрасно знаем историю Великой Отечественной войны. Какие потери понес белорусский наш братский народ в годы этой фашистской оккупации. Делегация прибыла в наш город в рамках масштабного проекта «Дороги Победы», посвященного 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Цель поездки – обмен опытом и патриотическое воспитание молодого поколения. Перед этим россияне побывали в Гомеле и Жлобине. Нас ветераны называют «Золотой фронт». И вы, наверное, тоже являетесь для России, не только для России, но для всего постсоветского пространства «Золотым фронтом». Поэтому огромное спасибо за то, что вы посетили город Бобруйск. В рядах общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил десятки тысяч человек. Это те, кто прошел Великую Отечественную войну, участвовал в боевых действиях в горячих точках планеты и просто добросовестно служил в рядах армии. В рамках акции гости привезли с собой юбилейные медали, которые вручили бобруйским ветеранам в знак их заслуг перед Отечеством. В составе делегации в наш город приехали два фронтовика, участвовавших в операции «Багратион». Это Николай Козлов и Иван Жучков. Обоим за 90. В столь преклонном возрасте они преодолели сотни километров, чтобы побывать на белорусской земле, которую они когда-то освобождали. Для них это волнительное торжественное событие. Сегодняшняя встреча очень приятная и богатая. Так? Это очень приятно, когда наших россиян встречают белорусы. Я еще раз говорю, я люблю Белоруссию, вот я ей отдал много жизни, так остался жив. Вот очень приятно и хорошо, что нас так встретили. Здесь авиация дальнего действия села перед этим, вот, а нам место отвели, чтобы мы прикрыли вот эту переправу в трех фронтовых белорусских, не хватало сил. И наш истребительный полк перебросили сюда. Следующей точкой маршрута стала площадь Победы, где гости возложили цветы к мемориалу, чтобы почтить память погибших воинов. Заключительным аккордом встречи бобруйчан и россиян стало посещение 34-й школы, где прошел диалог поколений. Ветераны Великой Отечественной общались с молодежью и говорили о том, что важно беречь историю. А уже завтра делегация отправится в город-герой Минск. Всень небесную отпущен, напомнит мир разруху и войну. Людмила Любимцева, Максим Галенко, Бобруйск, 360.